Федор Конюхов побил очередной рекорд, правда, пока только российский. Ему удалось дольше всех из наших соотечественников продержаться в воздухе на аэростате 19 часов и 10 минут. Таким образом, он превзошел достижения своих предшественников больше, чем на час. Свое приключение Конюхов начал накануне утром в Костроме. Он хотел установить и новый мировой рекорд, но планам неожиданно помешала погода. Воздушный шар – аппарат неуправляемый. Аэростат в прямом смысле слова летит туда, куда дует ветер. В итоге он начал сносить в сторону военного полигона, любые полеты над которым запрещены. И путешественнику пришлось опуститься на землю в районе Ивановской области. Несмотря на неудачу, Федор Конюхов сдаваться не намерен. Он признался, что в будущем году совершит еще одну попытку. Два рекорда бить это нельзя. Мы присмотрелись, и чтобы мировой рекорд побить, нужно, чтобы температура минус 10 постоянно была, а лучше минус 15. Мы перенесли и знали, мы и готовимся к этому. Мы будем в январе месяце 2016 года на Крещенские морозы выйдем. Хватило на 24. Свою предыдущую мечту, переход через Тихий океан на весельной лодке, Конюхов осуществил тоже со второй попытки.